cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 87-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать просто классный, незаменимый виджет музыкального плеера, простого музыкального плеера. Вот, вы слышите, музыка играет, у плеера дизайн менять нельзя, можно убавлять, уменьшать громкость, в настройках можно сделать так, чтобы громкость была по умолчанию выключена, play, пауза. Перемотка здесь, в принципе, она не работает. Показывает индикатор времени. Но очень классный виджет. Можно использовать его в фоновом режиме. Можно отключить визуально, чтобы он не отображался, а музыка автоматически начала играть. То есть, например, на каком-то сайте типа открытки можно использовать. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Смотрим настройки, сразу виджет, вы видите, он у нас как бы такой квадратный, вы берете за маркировочек и произвольно вот так оттягиваете в сторону, чтобы весь плеер был виден. Дальше, мы заходим в настройки и здесь что мы видим? Первое, нам нужно добавить один и тот же файл в трех разных форматах. Как менять формат, я показывал в прошлом уроке. Но даже с одним MP3 файлом это работает, но рекомендуется все-таки добавить OGG и WAV формат. Я добавлю только MP3. Добавляю файл. Файл у меня достаточно длинный, целый трек. Дальше по настройкам. Audio Controls. Смотрите, что произойдет. Это у нас полностью отключение визуального плеера, если хотим использовать в фоновом режиме. У нас все галочки зажаты, но у нас ничего не заиграет, если мы сейчас не отключим галочку Auto-Muted. То есть это приглушенный звук, без звука. Так как виджет будет не виден, звук будет выключен, мы ничего не видим. Поэтому автомут вот здесь вот галочка. Галочка вторая снизу, мы ее снимаем. И снимаем Audio Controls, если хотим использовать в фоновом режиме. Идем в браузер и смотрим. Вы слышите, музыка играет, плеера не видно. Вот так вот легко можно это сделать в фоновом режиме. Дальше. Оставляем Audio Controls, Audio Autoplay, то есть если галочку снимем, автоматически при загрузке страницы музыка не проиграет, только по нажатию мышкой на кнопку Play, здесь уже смотрите, как вам нужно. И последняя галочка, опция Audio Loop, это значит играть циклично, то есть когда трек закончится, музыка закончится, она начнет автоматически еще раз проигрывание, и так до бесконечности. Здесь уже сами смотрите, оставлять или нет. И еще раз давайте посмотрим, как она выглядит у нас. Когда плеер виден, вот у нас плеер виден, все работает. На этом я урок заканчиваю и увидимся с вами в следующем.